Ну что ж, дорогие мои, вот и пришел он, Новый год. Весь год я наблюдал за вами в окно, смотрел, как вы себя хорошо ведете. Подарок уже готов, лежит в мешке, все, что вы заказывали, я помню, письма ваши получил. Осталось только запречь оленей. И завтра Дедушка Мороз в нашем поселке начнет ездить уже с 3 часов и до 11 часов. Так что, если где-то есть маленький ангелочек, который его ждет, непременно свяжись со мной, телефон указан ниже. И если ты знаешь о маленьком мальчике и девочке, которому сейчас грустно и одиноко, и который ждет новогоднего чуда, ты знаешь, что делать. Поторопись. Новый год уже на носу. Встречай!